Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Александра Качан. Наступил зимний добрый праздник – Рождество Христово. Этот праздник принес человеку радость, мир, истину бытия и надежду на вечную жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наступил праздник Рождества Христова и Новолетия. Всюду слышны поздравления, благопожелания. Начинаются святки, святые, светлые дни церковного календаря. Рождество Христово – это духовный ориентир вечности. Каждый год – это шаг по направлению к вечности. И жить мы должны на земле по законам вечности. Для этого и пришел на землю Богомладенец Христос. Христианство принесло человечеству свет истины. Тот свет, который просвещает всякого человека грядущего мира. Этот свет озаряет разум и сердце человека добром, милосердием, любовью. Христианство на нашей земле сумело воспитать замечательный народ, добрый, боголюбивый, честный, мужественный. Этот народ через всю свою историю тяжкие, иногда трагические столетия он пронес и сохранил и свою веру, и свою культуру, и свою высокую мораль, свою душу народную и самого себя сохранил. В настоящее время часто мелькает фраза в прессе, в устной речи, вызовы современности. Эти вызовы направлены и к отдельной личности, и ко всему человечеству вообще. Они разрушают вековые устои народной морали. Они уродуют культуру народов, они подрывают его веру. Одним из проявлений и выражений этих вызовов современному обществу является потребительское отношение к жизни, эгоизм, когда человек живет только для себя и своей выгоды. Это путь к порождению многочисленных социальных проблем. Это путь к разрушению общества. Это путь в никуда. Нет, не потребительством и эгоизмом славен наш народ. Он всегда жил и трудился для общего блага, для своей страны, ради своей веры и истории, и будущего потомства, и поколений. Наш народ прошел через тяжкие испытания. Он испытал и войну, вернее, войны, оккупации, голод, разрухи, но выжил, выстоял и победил. И это благодаря тому, что у него был очень крепкий духовный стержень – вера и верность. И в настоящее время самое сильное оружие в борьбе с вызовами современности – это верность. Сам Христос Спаситель сказал,
верный в малом, верен и во многом. Неверный в малом, неверный и во многом. Ныне родившийся Богомладенец Христос призывает всех нас к верности во всем. Прежде всего, это верность узам супружеских отношений. Немыслимо крепкая дружная семья без верности супругов. К этой верности надо отнести и верность служебному долгу. Ведь в армии существует присяга верности стране, своему государству. В области юриспруденции есть присяга судей. В области медицины есть клятва врачей верности своему долгу. Без этой верности, без добросовестного отношения к труду, к своей работе, немыслима нормальная благополучная жизнь в нашем государстве. И ныне, в день Рождества Христова, в этот праздник света и добра, нас Церковь призывает к вере и верности, своему долгу перед Богом, перед Церковью, перед нашей страной и будущими поколениями. С праздником Рождества Христова! Рождество Христово – евангельское событие, с которого начинается новое время в истории человечества. Иисус Христос пришел на землю и подарил людям христианскую веру. На протяжении веков меняется форма жизни, расширяются знания о Вселенной. Но свет веры Христовой остается неизменным. Православные христиане празднуют Рождество Христово. В этот день вспоминается и прославляется рождение Господа нашего Иисуса Христа по плоти от Пресвятой Девы Марии. Бог Отец послал в греховный мир своего Сына, чтобы спасти человеческий род от вечной погибели. Вспоминает события как явление Бога во плоти. Сын Божий с небес сошел на землю и стал человеком, чтобы открыть Божию любовь, помочь обрести истину и бессмертие. Бог открыл вход бессмертной души человека в вечную жизнь. Более 2000 лет отделяет день сегодняшний от Рождества Христова. Рождались и гибли государства, знания о Вселенной шагнули далеко вперед. Кругозор человека необыкновенно расширился. Неизменным осталось одно – вечные христианские истины. 12 дней отделяет праздник Рождества от Крещения Господня. Эти дни называют святками или святыми днями, потому что они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления. На святках принято ходить друг к другу в гости, дарить подарки и творить дела милосердия. И тебе без единства.
11 января, в день памяти мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных, в Новополоцке состоится противоабортная акция. Противоабортная акция «Поставь свечу за нерожденного младенца» – совместный проект православной церкви и светской власти. Начнется в 8 часов божественной литургии в церкви иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». По окончании богослужения в 10 часов от церкви выйдет крестный ход. Он будет двигаться на площадь строителей. Здесь в 11 часов желающие смогут поставить свечу за нерожденного младенца, помолиться, заказать записку о здравии или об упокоении. Уважаемые телезрители, редакция телепрограммы «Вектор» поздравляет вас с Рождеством Христовым. Желаем вам добра, мира и благополучия. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Александра Качан. До свидания.